В Большом Екатерининском дворце прошла выставка костюмов из фильма Алексея Учителя «Матильда». Фильм рассказывает об отношениях будущего царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Для картины было изготовлено более 7 тысяч костюмов и предметов гардероба по эскизам художников Надежды Васильевой и Ольги Михайловой. Лучшие из них представлены на выставке. В фильме впервые будет показана коронация Николая II и Александры Федоровны. Для этой сцены была построена уникальная декорация, в точности воссоздающая внутреннее убранство Успенского собора Московского Кремля. Костюмы для коронации шились по технологиям того времени. Порой восстанавливали уже несуществующие ткани. Съемки продолжались больше года и проходили в подлинных интерьерах дворцов и театров. В Большом, Мариинском и Александринском, в Царском селе, Петергофе, Павловске. В костюмах, представленных на выставке, блистали выдающиеся российские и зарубежные актеры. Ларс Айдингер в роли Николая II, Матильда, Михалина Ольшанска, Ингеборга Дапкунайте, сыгравшая мать императора, а также Данила Козловский, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Григорий Добрыгин и многие другие. Сегодня у вас есть возможность посмотреть виртуальный тур по выставке, а в октябре приглашаем вас в кинотеатры на фильм «Матильда».